В Одессе телефонный хулиган заминировал рекордное количество объектов. Речь идет об отелях «Де Ришелье», «Токио Стар», «Арнаутский», «Зирка», «Калифорния», «Александровский», «Центральный», «Черное море», а также торговые центры «Панорама», «Афина», «Ривьера» и здание Одесского международного аэропорта. Череда минирований продолжается. На этот раз на почту полиции прислали сообщение о минировании сразу 12 объектов. Это торговые центры «Панорама», «Ривьера», «Афины», а также 8 отелей и здания Одесского аэропорта. На данный момент эксперты проверяют здание на наличие взрывчатых устройств и веществ, а также проводят эвакуацию посетителей и персонала.